Цянча, кумкват вашей души. Шрапнель от взрыва прошла через бедро. А я вот подорвался. Начнем. Да обычное СВО. Самодельное взрывное устройство. Готовы? Не зря не мацаны даете. Тут как тут. Камень в лицо. Материал собирают. Показали нас по телеку. Объяснили, что говорить. Чтобы все видели, как они о ветеранах заботятся. Шоу. Кровь за страну. Точно. Выдали. Свободные импланты, оплатили лечение. Были даже большие шишки из совета директоров. А потом... Рекарь благополучно права сам принять. Тип того. Самое смешное. Импланты пришлось вернуть. Вместо них переставили рухлядь первого поколения. Нагнули нас, конечно. Все забрали. Выбросили как... Как... Я понимаю. Сочувствую. Ты из корпоратов? Отвечай, или стреляю! Я не корпорат, я от Реджины. Меня зовут Ви. От Реджины? Пфе! Передай, пусть нахер идет. По пути сюда я слышал твое интервью. Начал трансляцию, как только заметил тебя на видео. Оно не закончено, я не все сказал. Но люди, по крайней мере, узнали правду. Зачем ты угрожал самоубийством? Я думал, ты из корпорации пришел меня прикончить. Ты бы сдох и так, и так. Но на своих условиях. Эти подонки контролируют все. Но я сам решу, когда мне пора уходить. И Реджине передай. Я не сломаюсь, как она. Заряжена? Тебя поручено убить. Хотя ты, наверное, и без меня это знаешь. Ага. Так-то мне тоже наплевать. Но Реджина попросила тебя выручить. Выручить меня? Это ей нужна помощь, не мне. Она была гениальным репортером. Лучшей. Я у нее учился. А теперь... продалась. Но меня не купишь. Нет. Не продался. Отличная надпись для надгробного памятника. Лучше, чем продажная мразь. Неужели ты так сильно ненавидишь Реджину? Я имел в виду тебя. Тебе что, совсем наплевать? На пиар, на вечную ложь, на укрывательство. Раньше все было по-другому. Слово журналиста что-то значило. Каждый из этих сволочей был у нас под прицелом. А теперь можно доказать, что Холт пляшет под дудку Арасаки. Вот только всем насрать. Так зачем готовить материал про ветеранов, если всем на это плевать? Чтобы народ начал задавать вопросы. Удивляться. Как ты, например. Кто знает, может, крупица неуверенности перерастет в недовольство. Попытка не пытка. Я сведу тебя с кочевниками. Поживи у них, пока все не поутихнет. Тебе стоит отдохнуть. Отдохнуть? От чего? От ответственности? Извини, но это не по мне. Хватит уже. Пошли. Помрешь тут, и это ничего не изменит. Побег тоже ничего не изменит. Обойдусь без твоей помощи. Ты это назло Реджине? Хочешь ей что-то доказать? Нихера ты не знаешь. Ты меня начинаешь бесить. Идем. Я никуда не пойду. Тогда я тебя заставлю. Ха, удачи. Ты же искатель правды. Хочешь знать, кем стала Реджина? Ради чего она сражается на самом деле? Пойди да поговори с ней. Угу. Если уж на то пошло, это для нее очень важно. Макс. Я с ней поговорю. Не больше. О большем я и не прошу.
Ладно, надо только скачать кое-что. Я подожду. Шофер, что дальше? Шампанское? Сигары с черного рынка? Времени нет. Поехали! Удачи, Макс. И тебе.